Собор Святого Николая или Свято-Николаевский собор был построен в Черновцах в румынский период Буковины 1919-1940 года в румынском стиле неороменеск. Связь с румынской культовой архитектурой указывает оригинальные крученные купола церкви. Можно видеть это их на видео. Собор Святого Николая – единственная православная церковь Черновцов, которые не прерывали богослужения в советское время. Николаевский собор начали строить еще в 1927 году, когда Буковинская митрополия активно взялась за развитие православных храмов в Черновцах. Но при построении церкви возникли финансовые трудности, из-за чего процесс был приостановлен на 10 лет, и храм был обустроен только в 1939 году. На всей остальной территории Украины, да и России тоже, в эти времена церкви активно взрывались и разрушались. Из Трансильвании в 1939 году прибыли в церковь два колокола весом 948 и 592 килограмма. Благодаря тому, что в годы советской власти храм не закрывали, внутри него сохранился самобытный интерьер Буковинской церкви первой половины 20 века. В частности, как здесь можем увидеть старинный резной иконостас, витражи под куполами, также уцелели мощи мучеников, иконы, бронзовое паникадило, подсвечники, ну и другая церковная утварь. Ну, как мы видим, на момент съемки видео иконостас находился в процессе реставрации. Thank you.